я просто найду, потом вам покажу. Включилось? А ну. Да. Да, то есть это сейчас мы взяли бриз. А, вот сейчас ты уже им работаешь. Да. Вот сейчас мы его откалируем. Ну это тоже вроде бриз, и вроде точно. Ну просто я вам слой хочу показать, что можно и таким слоем сделать. Ну, интересно. Ну что сохнет долго, больше. То есть он получается немножко похож на марсель, да? Это и есть марсель. Чистой воды. Да? Да. Что я понял. То есть... Потому что он устойчивый. Да, человек, Ваня, хочет он мне допытаться, откуда же взялось название Марсель. Эта фирма привезла нам из Франции, Синедека. К нам приехала она, фирма называется Сия. Это был 97-й год. Олег, снимать это? Да. Мы пришли к... туда на фирмочку, и она мне показывает, Лена показывает мне каталог. Вот, открываю я, а тогда мы уже были знакомы с Венецией. Я открыл хата Мазанка. Ну, думаю, ну что это будет делать? Ну ладно, хотите заказывать. И так скептически и все, и забыл про этот вариант. И вот прошло буквально 3 года, и это он стал брендом по декоративной одежде. То есть что там было? Там был вот такой вариант, то есть она не колированная масса, вот ты видел, какая она белая масса, вот, нанесено вот... Она с перелозой какой-то идет, да? Да, вот она идет с перелозой, вот, нанесен был такой вариант, как мы называем. Средоекрепкая получается. Да, средиземноморская штукатурка, вот, Виктория, она напомнила, жидкие обои, и мы, кстати, сейчас тоже практикуем это название. Просто люди делают. А, я встречал. Ну, значит, что потом боятся, типа, что там грязь какая-то упадет. Да, уже, так сказать, это шоу мне. И вот оно было вот так, с таким макаром. Да. Тоже, кстати, тогда были тоже пластиковые штабеля, вот такие, такого плана они показали нам. Вот представь, вот такого плана, только даже не полированная. И скрыто вот этим воском. Вот подобным воском. Вот. И скрыто было так. Макловица. Прошли, то есть даже видно от макловицы все вот эти мазки. И вот это называли, они было на основе пчелиного воска. Вот представь, это для тебя, я уже отклоняю, я отхожу от. Они взяли воск пчелиный. Вот этот вот воск, который для Венеции, вот очень-очень похож. Вот его разведи еще немножко с водой, и вот он один-один, как тот воск, который предлагали нам французы. Ну и сейчас да. Только сейчас их помощь сделали этот по Венеции, он такой постобразный. Вот. А этот, ну, больше как такой синтетический. Mm-hmm. Больше как, ну, ПВА и тебе модификация. А как это Нет, там не ПВА. А что там? Там идут по приводу дисперсии. Ну, дисперсия. Хорошо, это. ПВА это поливинил ацетат. Хорошо, вот здесь. Хорошо, вот здесь. Другое. Хорошо, ну я же не технолог. Хорошо, значит, что там? Как это сказали? Акриловая дисперсия. Хорошо. Основе акриловой дисперсии. Да, хорошо. Вот так. Где-то так. Вот такое, что такое марсельский. Ну это тоже вот бриза. Это я уже сейчас пойду. Я просто вот эти 2 образца, мы как-то их не выбрасываем. Это уже очень давно сделано. Это настолько давно сделано. Вот, то есть. Понимаешь? Да. Да, вот это мы сделаем только в таком, как что мы взяли, это из красителя. Бордовый. Вот мы взяли бордовый краситель, взяли бриз, да, и сделали 2 базы. Одна светлее, другая темнее. Вот. И я вам покажу вариант. Я ничего не вижу. Вот. А на голубом мы где-то делали, да, помню. Мы делали голубой. Ну не важно, сейчас я покажу, как это выглядит. А вот. Вот, например, у нас есть уже есть основа, да? Вот мы эту основу положили, например, да, тонким слоем. Светлую. Да, светлую. И здесь получается вот. Получается, как будто бы ты, да? Что-то похожее делаю. Я что-то похожее делаю. Да, вот это вот обычно. Да. Вот ты его, например, положила.
Мы это делали в голубыми. Вот оно такое получается вроде такими. Как? В таком цвете тоже очень красиво. Да, как будто бы ну видишь, оно получается не редкие. Вот да, если, например, да, взять Венецию, вот покажи венецианку на колонне. То Венеция видно, нет, вот это на колонне. То Венеция видно, она такая как будто бы как маслом рисована. Mm-hmm. Вот нету этого такого ингредиента цвета, да. Вот, она такая как вот маслом. А уже когда мы работаем с визом, цвете, да, то у нас получаются вот такие очень интересные вещи. Это тоже мы срисовали у французов, вот, когда это что же они первый раз колеровали материал похожий. Он, по-моему, назывался он джипсус, так называемый. Вот. И вот они делали такие очень интересные вещи. То есть ты тоже можешь взять это на вооружение. Ну, в объеме красиво смотрится, очень воздушное такое легкое. Да, мы делали потолки, вот если делать такую небесную акварель, то это, конечно, очень эффектно. И вот пока оно даст сырое, ты можешь. Вот. А потом оно чуть подсохнет. Мы еще один там один фокус нанесем. И дадут спокойно поработать. Вот. Такой, смотри, вот мы берем и делаем вроде как так называемый, как мы называем, маракешек. Вот. Но он это делается, конечно, по мокрому, вернее, по высохшему. Ну, можно показать и по. Сейчас я отвечу, пока выключим. Выключить пока. Да, пока. Так. Да. Пошла. Mm-hmm. Дорогой материал вообще. Не, где-то в районе там около 3, ну до 2,7 доллара, может 2,5 доллара. Вот посчитать, там 16 гривен, да. Так ну да, вообще. Да. Значит, мы, да, тут ход советом постановили, что мы назвали это фламандской штукатуркой. Вот. И мы еще маленькое дополнение. Берем еще немножко материала, вот он немножко прихватился. Вот. И наносим еще, да. Да, еще добавим немножко изюма. Хотя не, он, видишь, еще сыроват. Еще надо ему подождать. Но идею вы понимаете, да, вот покажи здесь. А вот здесь я положил. Вот такой легкий маракешек. Видишь, только цветной. Может сбоку. Ты не это, ты работай, камера, тебе что. У тебя штатив важнее, ты можешь ее как хочешь крутить. Да, можешь вот так ее, смотри. Вот так ее возьми аж. В прыжке. А? Да не в прыжке, а просто посмотри, как вот. Я его в ракурсе. Ракурс. Да. В прыжке. Все, а потом что? Мы нанесем. Сейчас он немножко подсохнет, я его еще потяну. Вот. А потом все, у нас есть лазури. Да, у нас есть обобщить. Да, вот мы, да, вроде как немножко обобщили. Вот как в картине, да, вот что-то там не хватает. Да, вот чтобы она была. Да, вот, например, там чуть там пустовато, мы чуть-чуть тут добавили, да, тут, ну, чуть пустую, мы сюда добавили еще материалы. Так, ну и вернемся через, ну, после небольшой рекламной паузы. Готов? Да. Да, вот наведено образец, мы продолжаем по фламандской штукатурочке, вот, тоже это взяли мы за основу бриз. Отполировали универсальным красителем, сделали в технике такой небесной акварели, да, как вот мокрый акварель. Вот. И сейчас мы последний слой, это мы сейчас будем наложить. Без краски, без слоя. Не, пока просто показать, что это за материал. Вот воск по Марсель, по Брезе. Вот. Или марсельский воск. Вот как его называют. Тоже мы его отколируем сейчас, я так думаю, взять, может быть, серебро, да? Да, серебро хочу взять. Ага. А ну, помогите. Значит, что можем? Перед этим можем просто скрыть бесцветным, да?
есть, ну, золото, оно есть золото. Понимаешь? Да. Ой, товарищи, я люблю золото, я бабу буду делать. Может, у него не все, может, таки нет, да? Пропаганда. Нет, как тебе так, чтобы оно не все было? А таки нет. И тот оставался свет, и тот оставался свет. Что-то есть в этом? Угу. Ну да. Если тебе бы вода. Вась, я тебя просто за этот комментарий. Ну, не знаю, тебя будет слушать вся... Вся страна, все ближнее и дальнее зарубежье. Очень красиво, шикарно. Это красный и серебро красиво смотрится, понимаешь? Или перламутр. Ну это ж мол, я... И какая железная. Золото смотрится на темных вот таких... Ну кто тебе сказал? Я тебе. Вот. Это интересно, что вы выбираете, например. Вот это сочетание, оно просто не такое. Интересно. А я говорю, что это будет бомба. Ну, а теперь кто со мной подходит? Я. Там. Ничего, красиво. Еще. Ладно, уговорили, красиво. А, вот, а еще я там что-то. На улице автографы брать. Да. Великий мастер Микеланджело у своего своих работ. Да. В общем, техника акварель. Это фламандская штукатурка. Очень сложная техника, выполненная тремя цветами. Четырьмя цветами, да. Фактура и плюс еще дополнительные перламутровые красивые краски. И здесь техника, вот художники-импрессионисты, означает поймать момент, зафиксировать. Да. Поэтому нужно очень аккуратно выполнить, почувствовать, да, где нужно оставить, где зафиксировать этот момент вот этих игры золота, перламутра, серебра. Ну, вот такое вот интересное работающее. Спасибо за внимание. Да?